много знать и все вам рассказать. Флиппи! Привет! Эй! Это я, Блиппи! Да, а сегодня мы с вами в стекольной мастерской. Это в Левенворте, Вашингтон. Ух ты! Посмотрите-ка на это! Ого! Это стеклянные скульптуры. Так что они очень хрупкие. Да, я буду очень аккуратен. Ого, посмотрите! Да, сюда можно положить все, что угодно. Вот. Ух ты, смотрите, какой яркий цвет. О, мне очень интересно, как они это делают. Да, все это сделано вручную здесь. Да, вручную. Никаких станков и ничего такого. Каждая вещь здесь уникальна. И сделана в определенной технике. Да, двумя мастерами прямо здесь. Так, ну ладно, идем. Ух ты! О, посмотрите! Похоже на бело-голубую тарелку. Ха-ха, можно положить сюда много еды и все это съесть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Или можно использовать для украшения. Ух ты! Это так круто! Ого! Смотрите-ка! Ха-ха, голубой и оранжевый. Два моих любимых цвета. Ого! Стекло очень крутое. Смотрите, какая твердая штука. Ай, больно! Но если его нагреть очень сильно, да, то оно становится жидким. Вот прямо как мед. Я люблю мед. Ух ты! Посмотрите, что здесь! Ого! Здесь столько разных крутых штук и инструментов. Эй, пойдемте посмотрим. Ого! Посмотрите-ка! Это похоже на ножницы. Но они используются для стекла. Да, мы изучим их немного позже. А сейчас пойдемте туда. Ух ты, посмотрите на эти цвета. Это на самом деле большие куски стекла. Ого, какой это цвет? Да, ярко-красный. Вы слышите? Послушайте. Да! Итак, у нас здесь есть красный, оранжевый, и желтый, и зеленый, бирюзовый и цвет морской волны. А здесь у нас голубой и, похоже, еще фиолетовый. Ну и, конечно, белый. Это так круто! Мне не терпится увидеть, что мы будем делать сегодня со стеклом. Ух ты! Посмотрите на эти стеклянные прутья! Хо-хо-хо! Как круто! Они цветные внутри! Хо-хо-хо! Ладно! Так, посмотрим, что еще у них тут. Ого, смотрите! Да! Какая милая скамейка! Здесь крутят металлический прут, на который насажены изделия. А здесь у нас такой маленький скребок. И можно равнять стекло. О, и большие щипцы. Хо-хо. Ух ты, а это алмазные ножницы. Каждый из этих инструментов используется для обработки стекла. О, смотрите-ка сюда. Огромный скребок. И похоже, от горячего стекла он немного почернел. Как будто слегка обгорел. Видите? Хо-хо, это круто. Так, положим сюда. Эй, а это знаете, что такое? Да, специальная горелка такая. Из нее выходит пламя. О, эй, смотрите. Это похоже на чашу. Да, здорово. Ха-ха. Наверное, тоже для стекла. Ну ладно, пойдем дальше. Ух ты, посмотрите. Да, это печка. Туда кладут стекло, и потом оно нагревается. Там очень жарко, и ее точно не стоит трогать. О, даже рядом тепло. О, посмотрите-ка! Маленькие кусочки стекла.
Ух ты, такие цветастые! Хо-хо-хо. Желтый, синий, оранжевый, желтый, сиреневый. И не могу пропустить два моих любимых цвета. Голубой и оранжевый. Это так круто! О, посмотрите сюда! Похоже, это пост безопасности. Вы меня знаете, я люблю безопасность. Смотрите! Хо-хо, какие огромные варежки! Хо-хо. В них можно держать очень горячее стекло, и тогда вы не обожжетесь. Хо-хо-хо. Тюп-тюп-тюп, тюп-тюп-тюп. Ха-ха. Ууу! Ха-ха. Так, ладно. Ух ты! А здесь у нас... О, это похоже на шлем! Как я выгляжу? Глупо, да? О, я люблю защитную экипировку. Да, она нас бережет. О, еще одна печь! Сюда вы кладете готовое изделие, чтобы оно медленно остывало. Ух ты! И еще одна печь! Но эта печь очень-очень горячая! Туда кладут прозрачное стекло. Да, и оно там становится совсем жидким. Ха! Ого! Посмотрите! Это горелка! Она тоже очень горячая, и я не буду ее трогать. Ух ты! Здесь так много всяких крутых штук, но мы должны быть очень осторожными. Эй, смотрите! Да, посмотрите на эти трубки! В некоторых из них отверстия. Вы видите? Да, именно через них стеклодув дует в эту трубку, а на другом конце ее стекло. И потом воздух раздувает его. Это как вы надуваете пузырь из жвачки. Так, а здесь хранятся трубки. Посмотрите. Вот они какие. И они холодные. Поэтому я могу держать их в руках. Да, это очень круто. Да. О, красота. Ой, а что это они делают? Привет, а вы кто такие? Привет, я Крейг. Я Джори. Приятно познакомиться, я Блиппи. Что вы делаете? Мы выдуваем стекло в виде сердечек. Это красивая форма. Ого! Они выдувают стекло в форме сердечек. Вы могли бы показать нам поподробнее? С удовольствием покажем. Отлично! О, зачем вы его так держите? Использую силу тяжести. Ух ты! Что вы делаете? Я придаю ему форму сердца. О, это похоже на щипцы. Ого, вы видите, что она делает? Да, это сердце. Да, символ любви.
А зачем вы его туда кладете? Чтобы оно остывало медленно. Если оно остынет быстро, то сломается. Оно пролежит там весь день при температуре 920 градусов, и потом еще два дня будет остывать. Ух ты, это так круто! Мне не терпится, чтобы оно остыло, и мы увидели, что получилось! Вы все видели? Так круто, они сделали это сердце! А теперь я сам сделаю сердце. И первое, что я должен сделать, надеть свои защитные очки. Да! О, как я вам? Уу! Да! Что ж, я готов! Уу! Ого! Смотрите-ка! Ого! Сначала надо покатать. Да! О, это очень забавно. Ладно. Вот так. Ха-ха, это так интересно! Ух ты! Теперь нагреваем. Я выбрал голубой и оранжевый. Два моих любимых цвета. Ха-ха, да. А какие ваши любимые цвета? Или цвет? О, это отличный цвет! Видите, я кручу трубку. Да. Потому что сила притяжения тянет стекло вниз. Да. Оп. О, оно очень горячее. Отлично. Похоже, так, ты готов. Теперь верно. Прокатать. Верно. Так. Оу. Отлично, молодец. Оу. Супер. Будь Оу. Осторожен. Прокатывай. Вот так, да? Продолжать? Да-да, правильно. Прокатывай. Ладно. Теперь дай ему Хорошо. Остыть. Влепи. Мы его много катали, да. так? Теперь ему нужно остыть, чтобы, когда мы покроем его снова горячим стеклом, оно не потеряло форму и не слилось с ним. Будь осторожен. О, ясно. Да, даем ему немного остыть. Ух ты. У тебя хорошо получается. Спасибо. Ого! Это здорово! О, так интересно, что стекло твердеет, когда остывает. Но когда мы нагреваем его при высокой температуре, оно, да, становится почти жидким, как мед. Я люблю мед, но я точно не хочу пробовать этот стеклянный мед, потому что он обожжет меня. Ух ты! Ого! Видите, что она делает? С помощью этой штуки, похожей на ложку, она катает стекло и получает шар. Ого! Еще немного нагреем, вот так. Уу! Так, готово! Оу! Оу! Ладно, сначала нужно его похлопать, но при этом продолжать крутить. Попробуем. Готовы? Вот так. Вот. Смотрите. Еще немного придадим форму. Уже похоже на сердечко? Да. Ладно, надо еще немного нагреть. А потом мы в последний раз придадим форму. Так. Хорошо, последний раз придаем форму. Сначала вот так. Оу. Вот так, как вам? Выглядит неплохо. А теперь давайте немного вытянем его вот здесь. Отлично. А теперь выдавим вот здесь. Ух ты! Здесь сделаем почетче сгиб. Я постараюсь, чтобы было по центру. Не очень, но это не страшно. Вот так. Ну что, как вам? Отлично, молодец. Вот. Супер. Оу.
Ух ты, это было так здорово! Сейчас они сделают последние штрихи и потом снимут сердечко с металлической палки. Сейчас мы обжигаем это место, где стекло крепилось к палке, потому что там трещина. Мы нагреваем его, убираем трещину и ставим на него печать. Вот так. У-ху! Мне было так интересно с вами в стекольной мастерской сегодня! Ну а вам понравилось? Да! Эй, давайте посмотрим, что мы сделали! Да, они сделали очень крутой подвес! Ух ты! Помните, как они выдували его? И он рос и раздувался! Ого! Смотрите-ка! Это очень красиво! Потом они сделали эту голубоватую с белым чашу. Ух ты! В нее можно положить столько всего! Хо-хо-хо! Это просто отличная работа! Ого! А потом они сделали сердечко! Да! Они использовали желтый и оранжевый цвета! Ого! Да! Да! Это так круто! А потом... Я сам сделал сердечко, да! Помните два цвета, которые я использовал? Да! Голубой и оранжевый! У-у-у! Вот оно! Ух ты! Мы так хорошо поработали и сделали это сердце! О-о-о! Это было очень круто! Так здорово, что когда эти вещи остывают, да, они становятся... Очень твердыми. Да, а когда они были горячими, то были похожи скорее на жидкость. О-хо-хо-хо! Или на мед. Но все же не мед, это стекло. Ну ладно, что ж, мне, наверное, пора идти. Ну, а мы с вами прощаемся. Хотите посмотреть другие мои видео? Просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? B-L-E... ППИ! Блиппи! Молодцы! Ну-ка, пока-пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!